Самое засекреченное шоу телевидения. Яркие эмоции, неожиданные повороты и только один вопрос. Это реально все сейчас? Кто скрывается под маской? Кто это? На прошлой неделе за шаг до финала номинантами стали... Раздевайся! Олень и панда. Маску снял панда. И это оказался певец и артист Влад Топалов. А что ты плачешь-то? Ой, я расчувствовалась. Сегодня фантастический, непредсказуемый финал. Сегодня нас ждет потрясающее шоу. Сегодня будут сорваны все маски. И мы узнаем главное, кто станет победителем первого сезона. Ну кто там? Не томите! Приготовьтесь, это невероятное, захватывающее, грандиозное шоу «Маска». В эфире НТВ самое популярное шоу России «Маска». Сегодня невероятный, грандиозный финал. 2 месяца наша «Маска» взрывала рейтинги и взбудоражила не только население России, но и даже других стран. Десятки миллионов телезрителей. Миллионы просмотров в интернете, сотни тысяч комментариев. Спасибо за них, мы все прочитали. Все вы, да и мы тут в студии, на протяжении 2 месяцев старались угадать, кто скрывается под масками. Радовались творческим победам наших участников и не верили своим глазам, когда наконец видели их истинные лица. Сегодня, открывая финал, я хочу сказать... Это было круто, смешно, непредсказуемо, трогательно, незабываемо. И спасибо за это не только всем нашим маскам. Спасибо огромной команде, которая делает это шоу. Спасибо нашим зрителям за невероятную поддержку. И, конечно, шоу не стало бы таким классным без нашего ослепительного жюри. Всеми любимые, обладатель невероятного слуха, самый справедливый председатель жюри Филипп Киркоров. Наша фея крестная, очаровательная и проницательная Валерия. Браво! Непокорный вассал и остроумнейший судья Гарик Мартиросян. Привет всем, привет! Привет, привет, здравствуйте. Я хочу себе сделать визитку такую. Непокорный вассал Киркорова. Гарик Мартиросян. Не раздавать людям. Хэштег Инстаграм. Темпераментная, эмоциональная, трогательная жена панды. Регина Тодоренко. Как она поддерживала мужа своего. Не каждая девушка и не каждая жена вот настолько трогательно поддерживает своего супруга. Я люблю тебя до слез, это как раз про нее. Я бы даже так сказал. Не каждая жена поддержит своего мужа, зная, какое он животное. Рассудительный дознаватель. То и дело срывающийся в танец. Тимур Родригес. Уважаемые судьи, вы верите, что уже финал? Что вам особенно запомнилось за все время нашего проекта? Тимур. Мне кажется, что быть частью истории, а мы определенно ей стали вместе с этим проектом, благодаря этому проекту, это великая честь и огромное удовольствие переживать это каждую неделю, понимая, что ты прикасаешься к тому, что, собственно говоря, вызывает неподдельный интерес, восхищение зрителей и, самое главное, невероятные искренние эмоции. Позвонил DJ Smash. Тимур говорит, я не могу выключить. Говорит, как и многие мои друзья. Самое страшное, что я засыпаю с мыслями, кто под масками. Мне, говорит, снилось, что я пытался сорвать маску с яйца, и я проснулся с вопросом, кто яйцо? Я скажу, как путешественник, как маленький Колумб, очень приятно быть первооткрывателем. Очень круто, что в России впервые мы сидим в жюри такого шоу, как «Маска». И я благодарю вас всех.
за поддержку и да, за взаимно. Такой крутой опыт. Спасибо огромное. Вообще, знаете, я вот сейчас сижу и думаю, как жалко, что все это заканчивается. Все хорошее тоже когда-то подходит к концу, и всегда от этого немножко грустно. Но замечательно, что проект получился таким необыкновенным, таким зажигательным, безумно интересным не только зрителям, но и нам, находящимся здесь внутри. Как нас проект забрал, просто поглотил. Мы больше ни о чем не могли думать все эти недели. И действительно огромное счастье быть сопричастными вот такому грандиозному проекту. Спасибо всем. Я хочу сказать две очень важные вещи и в узких профессиональных кругах, и у широкой, значит, группы телезрителей, интернет-пользователей уже давным-давно ходят вот такие практически убедительные мнения о том, что телевидение сдает навсегда позиции, интернет скоро выиграет, и интернет наступает на пятки, на спину, на голову телевидения. Телевидение умирает. И я хочу отметить, что благодаря таким шоу, как «Маска», я как представитель телевидения этого сказочного мира хочу сказать, что рано пока хоронить телевидение. Пока что интернету такое и не снилось. И второе, вот нам аплодируют каждый раз, когда нас представляют. А ведь каждый проект, он призван не только развлекать зрителей, но и рождать новых звезд, зажигать новые звезды. Вот эта новая звезда — это Вячеслав Макаров, который является лицом этого шоу. И мы желаем долгого и счастливого творческого пути, Слава. А какой сегодня красавец. С примерой, да. Спасибо, ну, красавец — это да, вообще не обсуждается. Успех этого шоу, этого сезона, мне кажется, дает нам надежду и веру всем, и телезрителям в том числе, что обязательно будет новый сезон, новые маски, новые эмоции, новые артисты. Надеюсь, и... старое жюри. Да, так что хотел сказать. Старое жюри. Это уже не от нас с вами, господа. Старое жюри и молодой ведущий. Давайте вот так. Тем не менее, спасибо этому замечательному проекту за первый сезон. И я хочу еще раз, чтобы мы вспомнили, как была снята первая маска, и сказать спасибо Вадику Токменеву. Благодаря первой маске и первому успеху у нас все и пошло. Поэтому, Вадик, спасибо тебе большое. И ты большой у нас привет. Первопроходец, первая маска. Вот что я хотел бы вспомнить. Спасибо. Ну давайте все вместе погрузимся в нашу финальную сказку. Ура! До финала дошли всего 4 участника. И я расскажу, что ждет нас сегодня. Голосование будет идти в 2 этапа. В первом выйдут все 4 финалиста и исполнят каждый по одной песне. Сразу после этого, уважаемые судьи, вы должны будете решить, кто из них сегодня первым снимет маску. А затем, во втором этапе, уже финальная тройка споет еще по одной песне. И перед вами будет стоять нелегкая задача – выбрать победителя из 3 сильнейших. И как говорят пластические хирурги в Камызяке, ну, вроде неплохо получилось, но вы все равно пока масочку не снимаете. Прямо сейчас мы начинаем финал шоу «Маска». Если вы помните, мы стартовали 1 марта, первый день весны. И, конечно, сразу же стали ждать перелетных птиц. Но вместо ласточек и грачей в наши сени влетел он. Очень яркий и очень пернатый персонаж. Встречайте, попугай в шоу «Маска». Привет, привет, дорогой попугай. Филипп, как вы помните, сначала поведение попугая вам показалось очень эксцентричным. Затем вы его полюбили. Какие чувства вы испытываете к попугаю сегодня на финале? Я его не люблю. Я его обожаю. Этот попугай просто счастье, радость, хорошее настроение. Гормон радости у нас сегодня на программе. И вообще в шоу. Я хочу сказать, что у меня возникла только что идея. Кто там может быть? Просто поддержите или опровергните. Алена Свиридова. Алена Свиридова? У меня даже такой версии не было. Вот я сейчас только понял, а может быть там Алена Свиридова, она же круто поет. Алена артистка вообще. Алена артистка замечательная. Да. Я присоединился бы к версии Гарика. Я считаю, что если бы не последнее выступление, если бы попугай не дошел бы до полуфинала,
мы бы о нем очень многого не узнали бы. Да. Потому что, несмотря на все блестящие, ярчайшие номера попугая, вот последний его номер был самым ярким, самым интересным с точки зрения раскрытия таланта, самым правильным. И как нужно было распределить свои силы, чтобы в полуфинале вот просто обрушить на нас вот это все. Спасибо большое. А я буду верить, что попугай нас сегодня поразит еще Конечно. Больше. А пока давайте посмотрим путь, который проделал наш попугай в шоу «Маска». Воробей. Может, у меня ассоциативный ряд так сработал в птичьей? Мне показалось, что были нотки в тембре, как поет певица Жасмин, но ведет себя, как Саша Гудков или Митя Хрусталев. Однозначно, попугай мой фаворит. Моя фаворитка. Только давайте скажем это напрямую, чего уж скрывать. Там Наташа Королева. Под этой маской скрывается Лена Темникова. Нет, под этой маской Ани Лорак. Ани Лорак, точно. Каролина, если это ты, то месть будет страшна. Там Анна Седокова. Только она может так дурачиться, веселиться. Но есть такая же дива на сцене, которая любит и гордится своим телом. Это Юлия Ковальчук. Бьянка, она очень пластичная. Это Аня Плетнева из группы «Винтаж». Старушонка какая-то там скрывается. Анна Агузарова. И я подумала, возможно, она такая бандитка, хулиганка, могла переодеться в попугая. Саша Савельева из группы «Фабрика», бывший. Классный вариант. Она тоже хохотушка. Я люблю тебя, Марина, за землю. Пошел, пошел. Слушайте, может, кто-то из мюзиклов? Вот скажите, кто из артистов, кто из Дольникова? Уже был такой вариант. И Теона, и Светика. Настя Стоцкая. Я опять с навязчивой идеей про Настю Стоцкую. Да. Как будто мое
Ой, красиво как, а! Бомба! Очень круто! Как это было красиво! Я вот сейчас слушала, подпевала и думала о том, какой же разный это замечательный наш артист-попугай. Просто невероятно! Каждое выступление что-то новое. Вот сейчас без усилий, без желания положить нас на лопатки, прям убедить, пригвоздить. Так легко, органично, светло, радостно, талантливо. Вот просто, я не знаю, мне хочется улыбаться. Особенное состояние. Вот сейчас мне всему все впали. Особо надо подчеркнуть то, что к финалу все конкурсанты, какой бы ни был конкурс, они пытаются вывалить на сцену да, что-то такое. Да, и мощью прям завалить. Прошибло слезу, прям, чтобы да, жюри да. плакало на коленях. А тут такое светлое, классное, вообще ни так к чему радостно, не обязывающее. Так классное светло, настроение. Прекрасно. Очень спасибо, классно. Спасибо. Мне Восторг. Очень понравилось. Спасибо, очень. Нам сразу, как мне кажется, понравился попугай, но первую эмоцию, которую я испытала, увидя этого героя, мне показалось, ну, как такой, попка-дурак, ну, смешливый, ну, веселый, ну, может, там вообще комик какой-то, поэтому он так смешит нас и веселит. Ну, конечно, абсолютно лишен пафоса, что его отличает от других исполнителей, да? Да, абсолютно, да. А оказалось, это такой нежный, такой трогательный, такой многогранный артист. Вы невероятный какой-то человек. Спасибо, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо вам большое. Я хочу вам сказать, мои дорогие, что вы, жюри, вы невероятная поддержка для нас, правда. Каждый раз мы ужасно волнуемся, мы нервничаем, ту песню мы выбрали или нет, но когда мы выходим и когда видим вас и вашу поддержку, и слышим ваши крики, возгласы вот эти невероятные, для нас это... Просто, ну вот самое важное, что может быть. Спасибо вам огромное за то, что вы такие теплые, настоящие. Спасибо тебе, попугайчик. Спасибо, дорогой. Вы знаете, дорогой попугай, настроение и эмоции, их подделать невозможно. Ты можешь выбрать удачную песню, ты можешь выбрать красивую подтанцовку, классную сценографию, но если внутри костюма нет артиста, ничего не произойдет. Та магия, которая творилась сейчас на сцене, это был какой-то райский сад сумасшедший просто, который ожил перед нами. Вот этот райский сад просто зачах бы, если бы в центре этого сада не стоял настоящий артист. Спасибо вам! Я вас безумно люблю! Дорогой мой попугай, в твоем лице я вижу всех тех, кто остался за пределами этого финала. Тебе повезло больше других. Ты сегодня в финале. Ты завладел любовью и нашей, и телезрителей, и всех тех, кто
тебя полюбил так же, как ты полюбил музыку. Мы чувствуем, что за этой маской скрывается невероятно музыкальный и талантливый человек. Ты прошел очень большой путь. Ты артист. Спасибо. И для тебя не заканчивается твоя роль и твоя ария после того, как ты спел. Ты продолжаешь играть. Ты прекрасный артист. Я в нетерпении узнать, кто ты, попугай, для того, чтобы расцеловать тебя, несмотря на карантин. Спасибо тебе за твой талант. Мы тебя обожаем. Спасибо, я обожаю вас. Я всех вас полюбила. Каждого из вас. И вы знаете, что интересно, что я поняла вообще за этот проект? Я поняла, что чтобы побыть собой, нужно надеть маску. Вау. Вот это камин-аут. Вот это настоящий камин-аут. Спасибо, НТВ. Спасибо всем вам за то, что я... побыла собой. Давайте не будем отступать от регламентов. Кто же скрывается под маской попугайчика? Вот, я хотела задать вопрос нашему жюри. Да. Вы ведь знакомы с Аленой Свиридовой, правильно? Да, очень хорошо. Если, как говорит Гарик, за маской скрывается Алена Свиридова, она действительно тоже такая бестия? Нет, нет, нет. Не думаю. Слушайте, мне нравится версия Елены Воробей. Гарик, у тебя еще была версия... Мне самой она очень нравилась, эта версия. Еще была версия Анны Седокова. Вот, если у тебя был миллион, на кого бы ты поставил? Кто под попугаем? Плетнева. А как же Саша Гудков? Саша Гудков. Это смешно. Слушайте, я запутался в очередной раз. Я не знаю, на кого бы я поставил. То есть понравилась тебе версия Саши Гудков? Да. Нет. Еще была версия Саши Савельева, вы помните? Несколько человек нам ее предлагали. У меня в голове только две версии. У меня две версии в голове. Аня Плетнева и Аня Седокова. Какая-то из Ань там однозначно сидит. Попугай, спасибо тебе большое за эту романтику, которую ты подарил нам всем на этой сцене. Слетим и увидимся с тобой уже совсем скоро. Совсем недавно я увидел фильм, в котором есть шикарная фраза. Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Надо быть царем. Мне кажется, что все это сказано про него. Нашего золотого хищника. Встречайте, лев в шоу «Маска». Бесспорный финалист нашего проекта «Золотой лев». Гарик, помнишь, в первой программе у тебя была версия, что, возможно, во льве либо Николай Басков, либо Гарик Харламов? Я отказался от этих версий по разным причинам. Во-первых, голос льва не похож на голос Николая Баскова. Мы в динамике это уже посмотрели. А от версии Харламова я отказался, поскольку человек должен просто влезть в костюм, который ему дают на конкурсе. И он никак не может из него выпасть во время соревнований. А вот насчет того, кто действительно во льве, я путаюсь в догадках. Тут говорят, что там Анатолий Цой, непонятно, Никита Пресняков, опять же, непонятно, кто Никита там. Никита Малинин, может. Может быть, Никита Чумаков Малинин. Чумаков была версия. Да, Чумаков была версия. Но я знаю одно, что лев в конкурентной борьбе с очень двумя оставшимися сильными, ну, мы попугая уже посмотрели, поэтому двумя оставшимися, это олень и волк, победить которых будет крайне сложно. Лев, ты должен сегодня перепрыгнуть сам через свою голову. Как вы считаете, какое самое главное оружие у льва? У нашего льва? Мне кажется, невероятное чувство достоинства, которое мы ощущаем даже через эту маску, энергии, которую он несет. Знаете, каждый раз, когда объявляют его, я сразу вспоминаю фильм «Любимая женщина» механика Гаврилова. И помните, когда у героини Гурченко, которая играла Людмила Гурченко, спрашивает, говорит, а как его зовут? Она говорит, лев. Вот, вот лев. Вот, вот он вот такой вот именно. Мне кажется, что главное достоинство льва — это его филигранное исполнение и прочтение уже старых крутых песен. И еще с такими голосами, как у льва, побеждают на Евровидении. С такими голосами, как у льва, получают Грэмми. Ну давай, лев, постарайся. Евровидение в следующем году. Ты знаешь, к кому обратиться? Да, кто у нас главный проводник на Евровидении? Как обычно, хочется, чтобы лев
удивил. Хочется увидеть его каким-то шебутным, танцующим, возможно, не знаю, делающим перевороты, шпагаты, как попугай. Повеселее. Вот мне чего-то хочется такого. У тебя панда дома. Веселись с ней. Так я веселюсь. Это о, уже целую неделю образ. Веселюсь с пандой. Господи, боже мой, можно я скажу, знаешь? Все эти дни, все эти серии «Лев» был великолепен и остается им. И все наши сердца, во всяком случае, мое, отданы ему. И сегодня я очень болею за него. И желаю тебе, Лев, сегодня получить удовольствие от того, что ты сделаешь. Потому что если ты получишь удовольствие в очередной раз, да, то мы все однозначно получим его вдвойне. Удачи тебе! Ну а сейчас я предлагаю вспомнить, чем радовал и удивлял нас Лев. Шоу «Маска». Я подумала, что это поет Сэм Смит. Oh, yeah. Регина, ты точно знаешь, где сейчас твой муж? Вот у меня такое же сомнение с самого начала. Мне кажется, что это Топалов. Да, да. Нет. Может, там Сергей Лазарев? Нет, нет, Сергея там нет. Это Никита Пресняков! А может, это Виктор Рыбин из группы нет. «Дюна»? Подождите, а может, это Эмина Галаров? Там нет меня, где пароход ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя осиротел. Ребята, это Чумаков? Нет. Ну, может быть, почему нет? Крепкий. Крепкий. Ноги у него сильные. Ноги Атланта. Очень спортивный человек стоит. И вот такие берет высокие ноты. Поэтому там Гарик Харламов. Колдун? Колдун так, двигаться... Сколько лет назад это этому было? Не научить. Это либо дано, не да, у него это в крови. Скорее всего, для меня на 98% Анатолий Цой из группы M-Band. А может быть, там крутейший музыкант Гризли? За маской скрывается Глеб Матвейчук. Давай выпьем прямо здесь и сейчас. Я бы могла подумать, что это Саша Шоу. По уровню вокальных данных это мог быть он. Unchain my heart, set me free, baby.
даже как красиво, номер какой красивый. It's in your dawn, it's in your day, it's in your life for me, and I'm feeling good. Уф, у меня мурашки. Ну, хорошо, вообще, да, вообще. О, это было очень! Это было! Это я! В великолепном расположении духа! Это было, да. Вау! Это как-то воу-воу-воу! Вот это вот вау-вау-вау! Браво! Ну, кто бы ты там ни был, но ты потрясающий, талантливый парень. Ну, это просто невероятно. Лера, а? У меня же мурашки. У меня до сих пор невозможно. На слоновьих ножках. Слушай, по всему диапазону прошелся абсолютно. Продемонстрировал все вокальные техники. Безукоризненно. И микс прекрасный, и фальцет. Ну, прямо сейчас бы сорвал себе эту маску. Это ну, невозможно. Просто невозможно. Ну, невозможно. Ну, браво, браво. Да, браво. Да. На хорошо, что на финале уже самый надо снимать со всех маски. Самый крутой вокальный номер я был уже вот хочу из всех видеть, его выступлений. Кто там. И, Филипп, я принимал участие во многих музыкальных конкурсах, конечно, не в качестве певца, а был членом жюри, ведущим и так далее. И на некоторых проектах мне говорили, что петь надо в России по-русски, потому что непонятны слова, все-таки у нас другая музыкальная традиция и так далее. И зачастую, когда наши исполнители берутся за заграничные песни, особенно если мы знаем оригинал, в сравнении это получается немного жутковато, как правило. И плохо все. Так вот, в случае со «Львом» это настолько органично, что я даже забываю, это наша песня, не наша песня, заграничный хит, российский хит. Это все становится очень неважным и отходит на второй план, потому что на первом плане безумно крутой вокал и великий талант. Браво, Лев! И надо сказать, что это сложнейшее произведение. Лев не побоялся, взял эту высоту. Спасибо большое, это было просто адски приятно наблюдать. Перепрыгнул самого себя, между прочим. Да? Прыгнул выше своей головы сегодня. А можно вот я то, что ты хотела. Соглашусь с вами, но можно я внесу ложку дегтя в эту прекрасную симфонию Рискни. Хвалы? Кульбита не делал? Которую программу в моем
сердце немножко откликается, такая интересная вибрация на выступление Льва. Есть такая когорта артистов, которые на сцене немножко занимаются самолюбованием своего голоса, тащатся от того, какие же они классные. Так вот, мне очень хочется, чтобы то, что мы сегодня видели на сцене и видим каждый раз, это была всего лишь маска Льва, а не ваше нутро и ваша истина. Я очень надеюсь, когда мы сорвем с вас маску, мы увидим ваши настоящие эмоции и поймем, что вы живой, что вы настоящий и что вы не занимаетесь на сцене самолюбованием, а любите зрителя. Добрый вечер, уважаемые жюри. Для меня сегодня крайне волнительно выступать. Я думаю, сегодня волнительный день не только для участников, но и для вас. По поводу того, что вы говорили, Регина, я вам могу сказать точно. Мое воспитание никогда не позволяло мне заниматься самолюбованием. И открою маленький секрет. За всю мою жизнь еще не было такого случая, когда мне понравилось мое исполнение. Есть в этом плюс. Есть куда стремиться, есть куда расти. Спасибо вам большое за ваши теплые слова. Мне очень приятно. Какой бы ни был сегодня исход, я сегодня действительно, как сказал Филипп Бедросович, получил кайф от выступления. Но отдельных аплодисментов достойны постановщики этого номера. Потрясающе, да, невероятно. Я не понимаю, куда еще круче, куда дальше. Они все равно это делают и делают, и продолжают нас всех удивлять. Невероятно, это просто мировой высочайший уровень. Спасибо, Лев. Очень приятно, что в нашем проекте перезапускаются не только песни, но и артисты. Браво, Лев! Мы скоро увидимся. И все-таки это маска-оборотень. Мало того, что Волк 8 раз менял голос и манеру исполнения, наши зрители сделали еще одно почти мистическое открытие. Оказывается, если смотреть картинку без звука, то есть четкое ощущение, что там мужчина. А если со звуком, то девушка. Слушай, Волк, давай так. Если ты добрый молодец, будешь нам братом. Если красная девица, будешь нам сестрой. Встречайте, Волк в шоу «Маска». Филипп, на прошлой программе вы стоя аплодировали Волку и даже подарили футболку. Чем он вас так очаровал? Да, я поклонник Волка. Ну, как ему идет, Лера, согласись, а? А ты сохрани на память ее, проект закончится. Она тебе будет приносить как талисман удачу, даже если просто будет лежать у тебя в гардеробе. Филипп, все, что ты даришь из одежды людям... А можно я попрошу вот этот пиджак, в котором ты сегодня, ты его мне... Нет, 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 ты помнишь, мы идем в ЦУМ, там себе выберешь. А в ЦУМе есть такой? Ну, такого уже нет, к сожалению. Я хочу вот именно такой. Нет, сори. Тебе... Это очень, во-первых, красиво, во-вторых, функционально. Вот, допустим, во всем районе ушел свет, ты выходишь в этом, да. И светло. Мы карантиним вот в таких вот тонах. А в ЦУМе придет твой звездный час, если ты меня покоришь своим талантом, то подожди, я, может быть... То есть наш уговор насчет того, что наргиз в туче или нет, еще и надо покорить тебя, нет, Филипп? Нет, это по поводу пиджака. Если ты меня покоришь, я Филипп, отдам тебе этот во-первых, пиджак. Во-первых, я не альпинист, а ты не Хорошо, Эверест. Хорошо, хочешь померить? Мне тебя вот ты даже интересно, тебе подойдет? Вот давайте посмотрим, Гарика в этом давай, пиджаке. Давай. Давайте вообразим, что я ему это отдал. Да ладно, Гарик! Я хочу посмотреть, в чем меня не пустят он как... Ереван. Триадорщик. Ладно, пока вы одеваетесь, Лера, давай тогда тоже поменяем. Мне кажется, это отличное название для песни. В чем меня не пустят, в Ереван? Братья, надо застегнуться. Гарик! Боже! Настоящий армянин на всю страну такой одежки. Вот такой человек, что сегодня вас приветствуем в нашем развлекательном комплексе «Альбатрос». Владелец магазина «Света» в Ереване. В Геленджике на пляже человек говорит: «Торшери, люстри, заходите». А, кстати, тебе хорошо, только рукавчики. Филипп, если бы не твоя голова, как будто зауч ты из какой-то школы на 8 марта. По-моему, это ужасно.
Ой, как смешно. Ой, я сейчас умру. Все, давай, верни. А знаете, кто сейчас умрет еще больше? Волк, если мы не дадим спеть. Ему жарко. Волк, прости нас, пожалуйста. Прости нас, Волк. Мы поняли, в чем главная фишка каждого из вас. Валерия, а в чем главная фишка Волка? Почему он дошел до финала? Ну, это очень яркий артист. Он пел совершенно разными голосами каждый раз. А я, знаешь, хочу, чтобы подчеркнуть. Противоречие — это самый противоречивый персонаж. И на самом деле я до сих пор не знаю на 100% и не уверена, кто там скрывается. По поводу всех остальных есть у меня как минимум две версии. Тут — ноль. Еще у этого артиста потрясающие актерские данные, потому что огромное количество номеров, которые были исполнены безукоризненно не только с точки зрения вокала, но и с точки зрения актерского мастерства. А сейчас давайте вспомним, как на протяжении 2 месяцев нас удивлял Волк и как мастерски он заметал следы. Какая очаровательная юмореска была на сцене у Аниты Цой. Эти манеры, эту походку не узнать невозможно. Мне лично по голосу кажется, что это мальчишка, который не очень хорошо поет. Конечно, нет. Так невозможно петь. В прошлом эфире это была вульгарная женщина за 40. А сегодня эта девушка, я не знаю, напоминает мне Савичеву. Я запутался. Господи, мама, роди меня обратно. Не ест мясо. Она вегетарианка. Слушай, Варнава тоже не ест мясо. Тина Кандилаки не ест мясо. Но это вряд ли Тина. Но я не замечал, чтобы Тина танцевала. Отпустите меня, Гималаи, первозданной бабы тишине. Там раздеться смогу до Гавайя, и никто не пристанет ко мне. Мне кажется, это дерзкая Диана Арбенина такая. Оу. А может быть, это Мари Краймбрери? Слушайте, у нее какие-то рэперские движения. Может, это Тимати? Лерочка говорит, что это 100% Нюша, потому что Нюша так петь может. Никогда не видел, чтобы Нюша была настолько свободной и настолько игривой. Но что так себя может вести Юля Савичева, я вам 100% даю. Что там Карина, солистка группы «Сливки». Слышала свою подругу, свою коллегу Риту Дакоту. Особенно, когда Волк пел высоко, наверху. Такой немножко сипловатый рокерский голос. Юля Паршута. Ой-ой-ой! Юля Паршута, которую я обожаю. Эй, вы там, наверху, испила чашу я до дна. Есть предел моим мукам. Все знают, в гневе я страшна. Терву время, да-да-да-да-да-да. Терву время, да-да-да-да-да-да. Обойди, ты чай.
знакомые. Что это? Что это? Ого! Половецкие пляски. Регин. «Волк» сегодня для меня был такой усладой для ушей, таким светом, потому что я очень люблю фолк, и во мне это откликается. Поэтому вам спасибо огромное за выбор такой песни. Валерия. Знаете, у меня какое-то сейчас двойственное такое ощущение. С одной стороны, я понимаю, мы ждем, мы хотим. И такие мы вредные члены жюри, да? Мы хотим, чтобы нас удивляли и блистали. Не, ну я так с иронией говорю. Просто нас приучил «Волк» к удивлению. К удивлению, да. Мы хотим, чтобы разными и, в принципе, гранями свод таланта. Задача была удивить. Удивить. Удивил «Волк», удивил. С одной стороны. С другой стороны, вот пение таким вот головным звуком не самая сильная сторона «Волка». Хотя очень красивый был номер, потрясающий совершенно. И все это соответствовало, все это было очень органично. У меня возникло чувство, как будто что-то не совсем, не до конца случилось. Ну, прям даже мне обидно. Если это тот артист, о котором я думаю, я прям ждал, что сейчас пойдет рэп, как в той песне Уоррен G, «Принц Игорь», где... О ком как ты раз думаешь? Развитие какое-то должно случиться. Я думаю, что там Юля Паршут. Юля читает рэп? Юля офигенно читает рэп. Ну, значит, это не Юля. А может быть, Юля просто решила не читать рэп, чтобы не выдать себя до конца, потому что среди нас есть те, кто не уверен в том, что это Юля Паршута. Может быть, она, да, не, может быть, она такие, не сделала намеренно. Да, я не уверен, что там, да, Юлия Паршута. А если это не она, тогда... Так задай вопрос «Волку». Дорогой «Волк», ты намеренно не стал читать рэп в этой песне? Свой рэп я еще зачитаю. С него песенка еще не спета. Тимур, это прелюдия. Я понял. Гарик, ты как главный специалист по «Волку», ты назвал его крутым персонажем. То есть, по-твоему, он победитель? Я бы судил конкурсантов, участников в этом финале исключительно
по эмоциональному воздействию, потому что в вокале, в красоте, в сценическом оформлении сказано, я даже уже не знаю, все уже сказано. Нам надо просто оценивать по эмоциям. Если я сейчас скажу, какие у меня эмоции на данный момент, возможно, пропадет интрига, поэтому я все скажу только после того, как выступит Олень. Но еще очень важный момент, где же второй тур, в котором будет еще второе выступление. Но мы же не знаем, кто попадет туда. А. Один из четырех сейчас уйдет, и не факт, что это не Волк. Да? Да. На самом деле, очень талантливый артист перед нами. И спасибо за выбор именно этого произведения, потому что это был риск. Да. И видно, что Волк у нас рисковый персонаж, не боится и понимает, что он на финишной прямой. А риск — это благородное дело. Кто не рискует, Волк, тот не пьет шампанское. Поэтому давай дождемся выхода. И выпьем шампанского, безалкогольного. Согласен, детское животные шампанское есть. Животные в алкоголе смертельно действуют. Да. Волк за здоровый образ жизни. Провожаем Волка. Не уходи далеко от нашей поляны, потому что скоро мы с тобой увидимся. Помните этот олдскульный жест из хард-рока? Козу. Все, забудьте про козу. Мы перезапускаем это движение, и теперь оно называется «Олень». Встречайте! Олень в шоу «Маска». Здравствуй, олень. Филипп Петросович, в прошлый раз вы отправили оленя в номинацию. Как спалось? Не в бровь, а в глаз. Конечно, совесть мучила. Но дело в том, что действительно желание было, чтобы все почувствовали себя в равных условиях. Это ж конкурс. И один раз побывать даже такой величине и почувствовать себя снова вот в номинации, наверное... Это нужно было. И мне кажется, что олень может быть где-то в глубине души. Мне благодарен за эту возможность, потому что это как бы освежило его, как ветерок. Бодрит и освежает. Бодрит и освежает. Хочется вспомнить комментарий Гарика по поводу оленя. Он его сравнил с Месси, который вышел во двор поиграть с пацанами. Представляешь, если там реально Месси под маской? Я обещаю, что если олень снимает маску, а там Месси, я ухожу с телевидения и навсегда замолкаю. До конца же я не шучу, не пою, не появляюсь на экране. Я до живу конца карантина. Да, нет, в затворничестве до это конца своей жизни. Это обещание переплюнуло предложение сходить в ЦУМ, всех сводить в ЦУМ. Этого не может быть. Не может быть, что там в олене Месси, и не может быть, что там в олене народная артистка России Лариса Александровна Долина. Этого быть не может. На этом моменте давайте вспомним головокружительный творческий путь оленя в нашем шоу. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил. Я слышу Ларису Долину и никого больше. 1% Таисии Повали. Таисии Повали. Стоп, стоп, стоп. А это не может быть Лолита? По глубине вокала. Могла бы быть и Лолита? Могла быть Лолита. Вообще, мне показалось, что это мужчина. Пенкин? Пенкин! А Пенкин! Пенкин! Ребята, Пенкин! За этой маской может скрываться Хибла Герзмава, которая потрясающе поет, и она родилась в Пицунде.
А это очень жаркое место. Как версия, она имеет право на существование достаточно серьезно. Слушайте, а может быть, это Максим Галкин, который пародирует пение? Ну, а чего нет? Ну, кстати, Максим Галкин виртуозно пародирует и Максим владеет голосом. Максим поет на уровне таком, что он может, да, пародировать. Слушайте, да. А если это Максим, но не Галкин, а Фадеев? Даже если там Лариса Александровна, это будет для нас большой подарок. Просто пускай потом, как Гарри говорил, выступает без маски, но остается в шоу. Может быть, Ирина Отиева? Нет, там нет, может быть, на крайняк Ольга Кормухина. А Кормухина прекрасная версия. С другой стороны, что? Народная артистка России Лариса Александровна Долина согласилась разодеться в этого оленя и спеть перед нами и плясать. Лариса Александровна Долина одесситка, она может все. Transmitting all my frequency. He's cosmic. Sends me
Космический олень! Вдарил по диско-фанку шоу «Маска». Очень неожиданно, очень неожиданная композиция. Спасибо вам, олень, огромное за эту песню. Знаете, что круто? Скажу вот так по-молодежному. Мы видели, как вас проперло, поэтому нас проперло тоже. Мы просто с первых нот подскочили с Тимуром и хотели танцевать. Нам хотелось просто кайфовать. Спасибо вам за такую возможность. Нам на сцену хотелось к вам выпрыгнуть. Да, просто да. Не хотелось мешать и хотелось наслаждаться. Спасибо, правда, еще раз огромное. Вы знаете, вот нас Филипп обещал отвезти в ЦУМ, а вы сейчас нас отвели в ЦУП. Центр управления полетами, где мы наблюдали за тем, как вы вот где-то в межгалактическом пространстве в очередной раз летали, блистали, а мы с удовольствием наблюдали за вашим, ну, невероятно красивым полетом. Спасибо. Спасибо, Тимур. Валерий. Когда это происходит, вот это волшебство на сцене, когда оно творится с такой легкостью, как же за этим приятно наблюдать. Ты просто уже перестаешь что-либо анализировать, ты просто растворяешься во всем происходящем. Это то, что сейчас с нами произошло абсолютно. Номер наикрасивейший. Спасибо. Потрясающее исполнение, неожиданное. И, конечно же, этот проект не перестает удивлять нас этими номерами. И, конечно же, восхищением от того, как удивляет нас из программы в программу «Олень». Ну, просто нет слов. Спасибо за искусство, спасибо за творчество, спасибо за талант «Олень». Гарик, а ты был сторонником того, чтобы «Олень» поехал в концертный тур. Давай пофантазируем, представим, как бы выглядел его бытовой райдер. Что бы туда входило? Ну, смотри, ягель, кора, почки. Ты же хотел не снимать маску «Олень», чтобы он так и поехал. Нет, но если говорить об этом серьезно, то, естественно, не просто олень. Я думаю, что исполнительница, которая находится под маской оленя, она должна придумать себе афишу. Слава богу, она креативная, но я так вижу просто эту афишу, которая разделена как бы вот так наискосок по диагонали пополам. Сверху написано там «Лариса Долина», а снизу «Олень». Типа «Самый крутой участник шоу «Маска» в вашем городе». Ну, если там, конечно, Лариса Долина. А я бы, Гарик, знаешь, как сделал на афише? Большими буквами. Лариса Долина. Чуть меньше буквы. Олень, тот, кто не придет на ее концерт. Вот так вот. Провожаем оленя. Увидимся с тобой уже совсем скоро. Пришло время голосования. Нас ждет первая битва. Я приглашаю на сцену финалистов. Попугай, лев, волк, олень. Ой, попугайчик мой любимый. А теперь то, к чему мы шли весь сезон. Мы начинаем снимать маски. Сейчас я жду от каждого члена жюри только одно имя. Кто прямо сейчас первым должен снять маску? Гарик. У меня были два любимчика, значит, яйцо и волк. Я больше всего хотел, чтобы они сняли маску. С яйца мы маску уже сняли. На очереди мой любимый волк. Просто не терпится узнать, кто там внутри. Твой голос принят. Валерия. Для меня наибольшую загадку представляет волк. И мне хочется услышать, что еще он споет, потому что у меня есть ощущение какой-то недосказанности после сегодняшнего выступления. У волка. Поэтому, да, у волка. Поэтому я хочу его еще услышать. Ну, тогда и я кто хотела маску? Бы, чтобы маску снял мой любимый попугай. Замечательный классно, наш прекрасный классно. Попугай. Ну, тоже хороший. Ваше решение принято, Валерия. Тимур. Весело с улыбкой. Кто? Весело с улыбкой. Кто? Говори, господи, ну. Пусть это будет ну. Попугай. Ой. Попугай, твой голос принят. Регина. Я хочу, чтобы маску снял. Волк! Оу! Это что? Волк! Сейчас опять от меня все зависит? Итак, ну, простите. Два голоса за волка, два за попугая. Ничего удивительного нет. Уже лет 30 все зависит от тебя. Ваш голос, как всегда, решающий. Потерпи еще 20 минут. Так, начнем последовательно.
как дети мои обожают «Волка». Они обожают «Волка», Мартин, Алла, Виктория. Они смотрят по телевизору. А я в последнее время так полюбил попугая. Ну, какой же ты хороший попугай, как я тебя люблю. Но ты же понимаешь, что «Волк» — это гениальный артист, который столько раз нас удивлял. Я же не случайно ему эту майку-то дал, нам удачу. Вот да. Что я сейчас, вот эту удачу дал и вот сейчас... Сразу вот, заберу, что ли? Сразу заберу? Нет. Ну, это не по-киркоровски. Я уверен, что если он дойдет сейчас до самой финальной черты, он нас удивит так, что мы не пожалеем о том, что я свой голос отдал за него. И прошу тебя, попугай, снимай маску сейчас. Ура! Мы сейчас увидим! Мы в нетерпении узнать, кто ты! Классно. С радостью это говорим! Радостью! Итак, решением председателей всего жюри маску снимет попугай! Лев, волк, олень, мы вас провожаем и встретимся уже совсем скоро в следующем этапе финала. Ну а перед тем, как попугай откроет свое истинное лицо, последнее предположение жюри. Кто скрывается под этой маской? Валерия. Анна Плетнева. Елена Воробей. Аня Плетнева! Все-таки, наверное, это Аня Плетнева. Да. Попугайчик, ты наш ряженый. Снимай-ка ты эту маску. И пой финальную песню. Маску, 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 маску. Ну, давай, снимай. Маску, 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 маску. Ой, я умираю. Маску, 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 маску. Кто это? Кто? Да кто же ты, красавица? Анна Плетнева! Ну, конечно! Молодцы, вы круто отгадали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот этот смех! Обожаю! Здрасте. Ой, как это сложно говорить своим голосом, господи! Добрый вечер! А посмейся своим голосом! Добрый вечер! Посмейся своим голосом! А посмейся так, как ты смеешь! Я уже так не смогу. Для меня невероятная честь, правда, была участвовать в этом проекте. Это первый проект, в котором я участвовала, телевизионный, никогда в жизни. Я свободная птица, я люблю вот эту вот свободу. Мне не нравятся вот эти рамки, клетки, когда мне говорят, что мне делать. Но этот проект совершенно особенный. Я действительно поняла, что именно здесь, под этой маской, я смогла открыться всем, да, и показать, да, кто я есть на самом деле. И спасибо вам большое, что так долго я это делала, что у меня была эта возможность. Спасибо за все ваши безумные комментарии. Спасибо, Филипп, за то, что после ваших комментариев все меня запомнят не как самую плохую девочку отечественного шоу-бизнеса, а как вот эту вот, как вы сказали там, дерзкая старушонка? Бойка, бойка. Бойкая старушонка. О, в тот вечер сжег. Действительно, когда на меня надевали этот костюм, в меня вселялся тролль. Я просто приставала ко всем за кулисами. Когда мы оказывались с яйцом в лифте, я говорила, можно мне лизнуть ваш желточек? Вот это вот. И он молчал. Он молчал, это яйцо молчало. Это было дико ржачно. А вы правда прикольно. Не знаете, кто под какой маской? Мы не знаем, кто. А выступление друг друга вы видите только по телевизору, да? Конечно, конечно. То есть вы не видите ни репетиции, ничего? Ничего мы не видим. Нас вот очень серьезно, вот эти охранники, которые проводят туда и ругают, если, не дай бог, не надели капюшон, не надели маску. То есть все очень серьезно, огромные штрафы. И я, конечно, офигеваю, что я сегодня здесь, на финале. Спасибо вам большое. Невероятно. Я не знала, как ты можешь петь. Я не знала, какой ты можешь быть. Да, все мы тебя знали, знали твои песни. Но что так ты можешь петь, это просто... Свой смех тоже хороший. Спасибо. Я хочу со своей стороны сказать, чтобы вы, безусловно, это такие советские слова, оставшиеся нам в наследство от Советского Союза, когда вы украшение этого проекта, вы, безусловно, блистали. Они, эти слова действительно сейчас уместны, и воспринимайте их не как просто какой-то дежурный комплимент, а настоящее проявление любви к этому персонажу попугаю. Спасибо. Это действительно один из вот попугай, панда и яйцо. Яйцо, яйцо. Вот. Такие юморные, веселые, такие задорные. И очень талантливые. Да. А я, вы знаете, до спасибо. Самого конца... Еще бриллиантовое шоу. Здесь один я... одного лучше. Прошу прощения, до самого конца я не хотела, чтобы в попугае была Аня Плетнева. Потому что, когда панда пришла домой,
раскрыв свою маску уже, я вспомнила такой эпизод, когда происходило некое слияние на сцене панды и попугая. И вот я даже немного приревновала, теперь вы сняли маску, я ревную еще больше, мне легче не стало. Вы невероятно красивая, невероятно многогранная. Спасибо вам огромное за такой талант. Это повторюсь, кайф. Очень талантливая. Спасибо, спасибо. Обаятельно. Браво, браво, попугай, браво, браво, попугай. Песню, браво. Песню. Уважаемые члены жюри, какую песню в исполнении попугая вы хотели бы услышать прямо сейчас? Это будет наш гимн с тобой. Я люблю тебя, тебя, Марина. Я со слезами на глазах не могу поверить, что я больше никогда не обниму попугайчика. Я люблю тебя, Марина. Все, спасибо. И мы выбрали с Гариком гимн. Песня на бис. Неофициальный гимн первого сезона шоу «Маска». Я люблю тебя, Марина. Гарик, нас удовлетворили. Марина! Не спеша, я скажу тебе, Марина, да чего ж ты хороша. Желтый пляж уходит в море, горизонт рвется нить. Ты меня полюбишь вскоре, а иначе мне не жить. И Гарри, поехали! Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Если люби, Марина, этот мир не для меня. Наши встречи так недолги, расставание впереди. Разлетимся, как осколки, и попробуй-ка найди. Ты сказала мне, Марина, гордость девичью храня. Я уйду, как субмарина, если тронешь ты меня. Что ты, милая, не трону, кто я есть в твоей судьбе? Лишь прическу, как корону, дай поправлю на тебе. Все. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Марина, этот мир не для меня. Наши встречи так недолги, расставание впереди. Разлетимся, как осколки, ты попробуй-ка найди. Браво! Мы переходим ко второму этапу грандиозного финала. Сейчас перед вами выступит финальная тройка сильнейших. А затем вам, уважаемые судьи, надо будет выбрать победителя первого сезона шоу «Маска». Объясню, как это будет происходить. После того, как мы пригласим на сцену трех выступивших финалистов, жюри предстоит решить, кто снимет маску первым, кто вторым, а кто откроет свое истинное лицо последним. Участник, снявший маску последним, станет
победителем первого сезона самого популярного шоу страны «Маска». Итак, мы начинаем. Замечательный комментарий я нашел в сети. Мне кажется, что олень специально нас бережет. Пой он в полную мощь, всех разнесло бы в клочья. Мы ждем второе выступление оленя. Покроется небо. Ух ты! Пылинками звезд и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Она даже и не скрывает сейчас, что это она. Но она очень красиво поет. Когда еще в этой стране родится еще такая певица? Наверное, пройдет еще 100 лет, или еще 200 лет, или еще 1000 лет, а может, еще бесконечность пройдет, и не будет такой певицы вовсе. А нам всем посчастливилось услышать все это вживую. И жить только с ней сегодня. В одно время. Да, это во-первых. Во-вторых, чтобы привнести хоть какое-то рациональное звено в наше обсуждение, я хочу сказать, что если в прошлое воскресенье я сказал, что это похоже на то, как Месси вышел во двор и играет с детьми в футбол, то сейчас это похоже на то, что Месси отобрал мяч у детей и начал забивать голы. Не оставляя шансов просто вообще никому.
из играющих на одном поле. А так, я думаю, комментарий излишни тут вообще. Что бы мы ни говорили, это все будет просто послесловие. Вот и все. Мастер поет. И, конечно, номер этот сегодня. Он просто... Ой, вообще. Браво постановщикам. Накануне 75-летия Победы нашей великой. И вот этого всего как-то придавило нас. Что и говорить, честно говоря, ничего не можем, потому что все сказано и спето без слов, и поставлена жирная точка в образе оленя. Браво! Браво! Я хочу сказать, может, только одно, что это было самое сердце. Вот про настолько, что... Ну, точнее, просто быть не могло. Только внутри всколыхнулось всего, столько каких-то переживаний. И... Это вообще, в принципе, о вечности. Знаешь, вот, о вечном, о бесконечном, это о любви. Это вообще такое общечеловеческое. О надежде все равно. Да, да. Спасибо, Олень. Спасибо. Регина. Я на самом деле так хотела три белых коня, вы все это знаете. Но сейчас я подумала... Не в обиду. Какие три белых коня, когда звучит такая невероятная песня, автором которой является Роберт Рождественский. Это один из моих любимых поэтов-песенников. И эта песня, я когда-то вдавалась в историю, ее Анна Герман спела с первого дубля, записала с первого дубля. И вот сегодня так, как спели ее вы, с первого дубля, с одного дубля. Господи! Это невероятно. Это все внутри настолько откликается такими самыми светлыми вибрациями. И спасибо вам за то, что поете о таком добром, прекрасном чувстве, как любовь. А вот этой вечности, о которой сказала Валерия, это дает нам всем свет в конце туннеля. Это дает нам какую-то возможность верить в самое лучшее, даже пускай в такое не самое легкое время. Спасибо вам огромное за это. Спасибо, Тимур. Я просто хочу сказать, что у оленя есть одна удивительная способность. Любая великая песня, исполненная до оленя, казалось бы, безупречна, в исполнении оленя становится его собственной. И настолько ему подходит, а самое главное, что он так ее проживает, что ты забываешь об оригинале, который, безусловно, ну, казался тебе, как я уже говорил, да, непревзойденным. И я просто хочу сказать спасибо за то, что олень... Каждую программу дает бесплатный мастер-класс всем вокалистам этой страны и показывает, как нужно относиться к музыке, как нужно относиться к исполнению, как нужно относиться к произведениям разной сложности, как нужно относиться к себе прежде всего. Нырять с головой в такой проект, будучи суперзвездой этой страны, не бояться ничего. И дойдя до финала, взять одну из самых сложных, одну из самых глубоких песен, написанных на русском языке, и просто нас пригвоздить. Спасибо огромное, вы великая певица. Спасибо большое. Спасибо огромное, Олень, за то светлое и искреннее чудо, которое сейчас произошло на этой сцене. Но мы провожаем Оленя. Кто бы ни оказался в итоге под маской волка, надо признать, что это была славная охота. Ваши аплодисменты! Волк в шоу «Маска»! Just say, 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 'cause I'm the queen of the night.
просто нет слов. Это фантастика. Как хорошо, что Волк остался в нашем шоу. Как же ты хорош, Волк. Ну, это экстаз какой-то. Я же вам говорю, что Волк просто number one. Это очень круто. King of the night, я бы даже сказал. Не queen, а king of the night. Король ночи. Но сегодня это ты, Волк. По-моему, нет больше никакой недосказанности, да? Нет. Вообще. Вау, восклицательный знак. Вот теперь все понятно. Восклицательный знак, все на местах. И спасибо за это, что все стало на свои места. Это называется смертельный номер, мне кажется. Это правда. Мало того, что я поражаюсь вокальным данным Волка, когда все успевают ставить, репетировать эти танцы, эти номера люди делают месяцами к своим концертным программам. Как вы успеваете каждую неделю вот такое? Браво! Это реально очень высокого уровня, очень высокого сценического уровня, телевизионного уровня и музыкального уровня. И профессионального невероятно, уровня. Просто. Это крутейшая, крутейшая песня. И когда зазвучали первые аккорды, я просто офигел от того, что она, в принципе, сегодня в этой программе вообще, есть. Братцы, она звучит на НТВ. Что, за конечно, Хьюстон, что ее берет участник этой программы, потому что это сложнейшая песня. Да, спеть Тимур, ее круто, по-своему сумеет. Я смотрю все шоу музыкального толка, не только в России, и за границей. И как только выходит конкурсантка и говорит, там жюри спрашивает, а что вы будете петь? Она там говорит, там, я сегодня буду петь песню Уитни Хьюстон, там такую-то, я такой, блин, ну это же творческое самоубийство, ну как можно брать песню Уитни Хьюстон, как? А тут нам Волк показывает, что нет, есть еще на свете люди, хорошо, которые уверенно поют Уитни Хьюстон. Гарик, ну кто это? Ну, кто давай. Так уверенно поет Уитни Хьюстон? Я слышу Карину Кокс. Солистку группы «Сливки»? Да. Карина Кокс. Карина Кокс. Я ее слышу. Я ее слышу. Знаете, что самое страшное? Я говорю все время, что там Юля Паршута. Может быть, потому что мне так же хочется, чтобы там была Юля, как Филиппу хочется, чтобы во льве был Никита. Никита, да. Да. Но сейчас, то ли делая это в очередной раз очень умно, потому что у Волка было несколько умнейших ходов, когда мы пытались догадаться, кто там. Он в очередной раз менял голос. Особенно первый выпуск «Анита Цой». Да, да, да. Это удивительно. Возможно, это Волк... Извини, пожалуйста, Тимур, я хочу внести ясность. Да, Мне кажется, что это единственное выступление Волка, да, где он пел, не меняя голос. Да. Он пел голосом вот Карины Кокс. Вот я и говорю еще раз. Либо там действительно Карина Кокс, которая хотела уже в конце не прятать свой голос, а выдать на максимум. Либо это, опять же, прозорливый Волк, который, подобно туче в свое время, которая взяла и спела «Посмотри в глаза», чтобы нам взорвать мозг, сейчас взяла и спела еще раз, изменив свой тембр и сделав максимально так, чтобы мы подумали, что там Карина Кокс. Ну, ты меня так запутываешь теперь, что я начала думать, что за маской Волка скрывается какой-то пародист, который умеет подделывать голоса. А если там скрывается Елена Воробей? Может ли она петь песни Уитни Хьюстон вот в таком высоком качестве. Я этого не знаю, к сожалению, просто потому что я не знаю, насколько хорошо поет Елена Воробей. Елена Воробей очень хорошая. Она артистка, вокалистка тоже очень хорошая. Актриса. У нее очень хороший тембр голоса, а и техника, и все. Воробей. Но у нас была куча подсказок, ребята. Одна из подсказок главных. Что-то там с песней Пугачевой связано, которая там «Новая жизнь», что-то такое. А ведь именно группа «Сливки» в исполнении Карины Кокс исполнила и дала новую жизнь одной из самых больших и главных песен Пугачевой, с которой все и началось, Пугачевская, это «Куда уходит детство». Точно, «Сливки» пели, да, да. «Куда?» «Сливки» пели эту песню, Карина. И она была... А у нас была такая подсказка, что ли? Да, была подсказка, да. И она с легкой руки Аллы Борисовны, которая разрешила эту песню петь, значит, группе. Я это помню историю. Они ярко стартовали. Летом. Да, слушай, потом... Браво, председателю! Ну, что касается творчества великой певицы и связанной около нее орбитных дел, я помню прекрасно. Поэтому это одна из подсказок, которая у меня убеждает в правильности версии Гарика. Хотя мой главный консультант, значит, по программе «Маска» Максим Галкин настаивает на версии, что там Юля Паршута. Кто бы то ни был, я уверен, что все тайное, что связано с Волком, обязательно сегодня прояснится. Непредсказуемый Волк. Провожаем его и скоро увидимся. Ой, как не хочется провожать Волка. Какой же он классный. Смотри. Ух. Ну, чтобы интересно. У нас прямо... Как интересно, Слава. Запахи. Ну, что? Финальный номер. Сейчас буду плакать. Это все заканчивается. Блин, если честно, так грустно. Грустно, мне грустно ужасно. Как они не веселятся, но грустно. Девочки, как сказала одна проводница,
Ну, Филипп, нет встреч без расставаний. О, как это мило, да? Нет встреч без расставаний. Восходящим звездам часто советуют не потерять голову от успеха и не бронзоветь. Нашему герою это не грозит. Встречайте, золотой лев в шоу «Маска». Позолоченный свет твоей сестры горел в ночи. Обнимая меня, сказала ты, не уходи. Знаешь, что нет моей вины. Я прошептал тебе прости. Все пройдет, не грусти. Ты песню Батора выбрал своего, да, конечно, по национальному признаку. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами. Меня. Позабыла тебе я навсегда, wow, wow, wow. Но иногда желтых писем листва летит ко мне издалека. Я не прочту твои слова и не увижу никогда облака горьких слез между строк. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами темными, как всегда у окна ждет меня. Я не прочту твои слова. Это я хотел бы для всех, кто, может быть, не помнит, может, забыл, а может и не знает. Это такая дань уважения Батырхану Шукенову, которого, к сожалению... Вчера он ушел из жизни. Да, да. Песня была выбрана в дань уважения Батырхану. И не случайно. А это случайно, не случайно, наверное. Да. Не случайно. Вот я об этом и хочу сказать. Вообще, человек, который родился и вырос в Казахстане, он не может не любить группу А-студио. Да. Ну как можно не любить? Я даже родился и вырос не в Казахстане, я обожаю группу Гарик, А-студио. А давайте спросим у Льва. Да. Дорогой Лев, выбор этой песни в качестве финального аккорда твоего удивительного пути в этой, да, программе, чем продиктован? Я могу сказать одно. Для меня крайне важно было спеть эту песню именно в финале. Неважно, какой будет исход, и эта песня очень многое значит для меня, поэтому выбор пал именно на это творение. Но хочу вам сказать, ребята, Никита Пресняков тоже вырос в кругу группы А-студио, в этой тусовке. Я только что подумала, а вдруг это солист группы «Джукбокс»?
Очень крутая группа. И там... Вова Иванов. Вова Иванов, да. Он нереально круто поет так же. Он нереально круто поет, правда. Да вот прям так прикинь, же. Прикинь, если там Вова. А не кажется ли вам, мои дорогие коллеги, многоуважаемые и опытные, что сейчас выступление наших артистов в финале... это возможность наконец-то, не прикрываясь маской, спеть своими голосами. Я сейчас говорю про всех абсолютно, троих. Абсолютно. Мне кажется, это совершенно задумано. Делают они это совершенно специально. И это прекрасно. Мы наконец-то услышали вот того самого артиста, про которого мы все время думаем, несмотря на Филиппа. Помните анекдот, когда кавказец приходит к девушке домой, стучится в дверь, и говорит, Лену позовите. А мать говорит, а Лены нет дома. А кавказец говорит, и тем не менее позовите. Вот, и тем не менее, кто там Валерия? И тем не менее. Тем не менее, ну, я так думаю, что Анатолий Цой. Я все равно поспорю по поводу Льва. Никита. Это был блистательный Лев. Провожаем его. Мы скоро с ним увидимся. Все выступления финала закончены. Прямо сейчас случится то, к чему мы шли весь сезон. Именно сейчас маски будут сняты абсолютно со всех участников. Хотя мне так и хочется крикнуть «Бегите!». Нам так хочется продолжения, чтобы вы еще пели и пели. Но нет, правила есть правила. Уважаемые судьи, вы готовы? Да! Тогда да, я приглашаю да. на сцену тройку претендентов на победу. Олень, волк, лев! Сейчас я жду от каждого члена жюри только одно имя. Кто должен снять маску? Прямо сейчас. Можно я первый скажу? Ой, нужно, нужно, нужно. Да, Гарик, я можно просто тебе остановиться, хотел тебя попросить, но мне было уже неловко. Я хочу сказать, что весь проект я жаждал снять маску с волка. Но тут прошло вот это финальное испытание. После того, как выбыл из соревнования попугай, мне кажется, что волк сделал намного круче номер, чем мы от него ожидали. Я сейчас настаиваю, что маску должен снять лев. Лев? Лев. Ты серьезно? Да. Ну, хорошо. Тимур. Ну, давайте устроим так, чтобы пока нервничали все трое. Давайте я номинирую волка. Спасибо. Твой голос принят. Валерия. Если уж вот для руководства твоими соображениями, Тимур, я буду голосовать за оленя, чтобы он открыл маску. Все по одному голосу. Регина. Голосуй просто, сердце. Мне просто очень интересно, кто скрывается под маской оленя. Я очень хочу посмотреть этому человеку в глаза и поблагодарить его за всю ту работу, проделанную над этим проектом. Два голоса у оленя. Один у льва, один у волка. Филипп, вам слово. Я беру удар на себя. Я думаю, что тот великий большой артист, который скрывается под маской оленя, для нее, как для большой личности, которая в этой жизни поимела уже все, что можно и нельзя, все награды, участвовать в этой игре – это просто большой мастер-класс, который она дает и дала всем тем, которые сейчас стоят на сцене рядом с ней. И считаю, это большая честь для них, потому что мы понимаем, что там скрываются молодые, талантливые артисты. И я думаю, что для нее совершенно не самоцель, когда снять эту маску. Она могла это сделать еще в первой программе, если бы того захотела. Но, наверное, участвуя в этом проекте, она показала, к чему надо стремиться и каким надо стать артистом большим, чтобы встать на одну сцену рядом с ней. И я думаю, что если она сейчас наконец-таки избавится от этой маски, тем самым предоставив дорогу вот этим двум артистам, пропустив их вперед себя, менее великой она от этого не станет, а только наоборот. Поэтому мне кажется, что маску должен снять олень, и тем самым
утвердить нас всех в одном. Аплодируем что перед Оленю. Нами великая актриса и личность, которая пропускает вперед благородно этих двух талантливых молодых артистов. И для нее самой будет это в радость, потому что она педагог. Я все сказал. Маску снимает олень. Лев и волк, вы проходите в следующий этап голосования. И можете пока перевести дух за кулисами. И перед тем, как олень откроет свое истинное лицо, традиционно последнее предположение жюри, кто скрывается под этой маской. Народная артистка России Лариса Александровна Долина! Маску! 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 России. Наша непревзойденная, потрясающая. Просто привет, ребята. Любимая. Здравствуйте. Я вам очень благодарна за те отзывы в мой адрес, которые звучали на протяжении всей программы. Когда мне предложили принять участие, это ответ на вопрос Гарика. Вот позвонили и сказали, оденьтесь в оленя и 2 месяца топчите здесь на сцене в этом жутком костюме. Я ни секунды не раздумывала. Я приняла решение моментально. Ну, круто. Это вообще очень круто. Потому что я понимала, что здесь у меня очень много будет возможностей для того, чтобы потенциал вытащить из себя. Я себя заново открыла. А для меня это очень важно, как для любого, наверное, артиста, уважающего себя. Я бесконечно счастлива, что приняла участие в этом проекте. Я уже свои медали и кубки получила в своей жизни, и очень много. Это правда, надо уступать молодежи место. И я желаю им звездного пути. Они оба очень классные и замечательные. Я сама горю желанием посмотреть, кто же там за масками. Я так же, как и вся страна, смотрела шоу. И я угадала только Глызина. По походке. А мы вообще не по... Ну, я очень хорошо Лешу знаю, поэтому походку его забыть невозможно. За многие годы она не изменилась. Так же, как моя походка не изменилась, потому что вы говорили об этом тоже, про мою походку. Она тоже выдает головой. Лариса Александровна, вас выдает не походка. И она тоже. Вас выдает уникальность вашего таланта, голоса. А с какой стати ты меня на «вы» назовешь? Ну, мне как-то неудобно... Неудобно спать на потолке, Фин. Ну, я согласен, но все равно. Ну, Лариса Александровна, спасибо тебе за талант. Спасибо за ту Болгарию в моем босоногом юношеском детстве, когда я впервые увидел тебя на концерте. Ты великая, ты потрясающая. Ты покоряла столько недель. Ждали каждый раз выступления оленя. Спасибо, что ты есть. И сегодня, я говорю, это был мастер-класс, этот проект для тех, кого ты пропустила вперед себя. Спасибо тебе, Лариса, большое. Ты совершенно уникальная, абсолютно неподражаемая. Потому что то, что здесь происходило на сцене, не может сделать никто, ни один артист в нашей стране. Спасибо огромное. Это действительно был мастер-класс для всех абсолютно. Лариса Александровна, признаемся вам в любви в очередной раз. Благодарю. И насколько... Да. Гарик. Да. И насколько это позволительно мне, я просто требую, чтобы вы с этой концертной программой собрали все эти песни и поехали на гастроли, потому что люди должны иметь возможность вживую увидеть все то, что мы здесь видели все эти 2 месяца. Пожалуйста, Лариса. Я буду над этим думать. Это очень хорошая идея. Я вынашиваю ее с самого первого дня Пожалуйста. Появления здесь. Гарик, я хочу тебя поддержать, потому что Лариса Александровна в этом году важное событие, у нее юбилей. Ей неважно, сколько лет, 18, 20. Да 65, ладно. Лариса Александровна, вы для нас всегда
молодая, красивая и ну, фантастически прекрасная. Я и для себя молодая и красивая. 65, ягодка. Браво, Лариса. Лариса Александровна, в общем, если у вас в этом году такое важное событие, а мы очень надеемся, что скоро этот, вся эта история закончится. Я вас всех приглашаю на юбилей. Спасибо огромное. Мы восхищены, низкий вам поклон. Вы великая певица и актриса. Спасибо огромное. А я никогда не забуду в своей жизни, что сама Лариса Александровна Долина все выпуски со мной здоровалась именно вот так. А я не забуду вот это вот. Это мне предназначалось, честно? Или... Всем. Вообще всем. А, ну я как всегда, мания величия у меня. Показалось, что мне. Лариса Александровна, какую бы вы песню хотели бы подарить всем нам в завершении этого проекта? Я думаю, что надо спеть арию Дивы из «Пятого элемента». Круто! Лариса Долина! Дива поет Диву. Вау! До новых встреч. Пока. Спасибо вам. Возьмите спасибо. Меня к себе учиться, Лариса Александровна. Надо пройти отборочный конкурс. А вот теперь ты проходи отборочный тур. Связи не работают. Три белых коня должна спеть. Атмосфера в студии накалилась до предела. Сейчас мы узнаем, какая маска станет победителем первого сезона шоу «Маска». Я приглашаю на сцену Волк Лев. Встречайте! Сейчас я жду от каждого члена жюри только одно имя. Кто снимет маску? Гарик. Снимет маску Лев. Валерия. Наверное, я суммирую все-таки выступление каждого участника за весь период. За весь период. Тогда да. Лев крутой. Вот мне кажется, у Льва было больше ярких номеров, прямо таких на разрыв. Волк невероятно талантливый и
набирал обороты, кстати сказать. Чем дальше, тем больше. Но все-таки я хочу, чтобы снял маску волк. 1-1. Тимур. Сейчас Тимур скажет, а я за то, чтобы лев, а Регина скажет, а я за то, чтобы волк. 2-2. И опять Филипп, решай, кто. А давайте, я хочу, чтобы волк снял маску. Принято. Регина. Во мне откликалось каждое выступление одного артиста на 100%. Так, что хотелось переслушивать этот трек каждый раз все больше и больше. Я заслушивала, правда, эти треки в интернете. Мне кажется, что в этом артисте такой детский моторчик. Такой он заводной. Так он цепляется за каждую песню и поет ее, как в последний раз. Так он удивляет, так он впечатляет и потрясает нас. Поэтому сегодня я проголосую за победу льва. И хочу снять маску с волка. Филипп. Левушка, Левушка, кто же ты, сынок? Понятно, что ты очень хороший. Даже если ты не Никитушка, которого я обожаю, который вырос на моих глазах, и все его шаги первые творческие были на моих глазах. И я бы очень хотел, чтобы там был Никита. Я не знаю, ребята говорят, что там потрясающий корейский музыкант казахского происхождения Анатолий Цой. Наоборот, казахский наоборот. Музыкант корейского происхождения, Филипп. Ну ладно, я уже говорю, я болгарин, мне простительно. Я болгарского происхождения. Если имеешь в виду Анатолия Цоя, то это так. Но этот потрясающий волчара, который настолько покорил всех и меня в том числе, я, конечно же, понимаю, да и волк тоже понимает, что это шоу, должен быть победитель, и он один. Я думаю, что будет справедливо, если сейчас, анализируя все выступления за все дни, маску снимет волк. Итак, маску снимает волк. А тебя, дорогой лев, мы попросим пройти за кулисы, чтобы дождаться момента твоего несомненного триумфа. Ведь совсем скоро все мы увидим твое настоящее лицо. Потому что сегодня мы снимем маски даже с победителя! Ну а теперь 5 минут славы наступает для ослепительного волка. Все вместе? Маску! 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 Вот это очень даже интересно, кто там. Как он мне нравится. Огрызается. Какой ты классный волк. Ну кто ты? Какой хороший был! Господи, я умру сейчас от нетерпения. Вот Карина Кокс! Что я вам говорил? Карина, привет! Привет всем! Наконец-то я сняла эту маску и могу сказать, что я не волк, а овечка. Я очень рада всех вас видеть и хочу, конечно же, поблагодарить организаторов этого шоу. Оно великолепно по всем параметрам. Это мега-опыт. Он был уникален для меня. И, конечно, музыкальные продюсеры вытащили из меня такое, что я даже сама не ожидала, что у меня внутри есть. А можно один вопрос? Вот я просмотрела десяток ваших интервью. Вы в интервью такая мягкая, такая нежная, такая плавная. Как вы перевоплотились в такого дерзкого персонажа? Ну я же женщина, как и вы, а мы оборотни. Мы очень изменчивые натуры. Честно говоря, я больше всего, конечно, опасалась Гарика. Меня? Да. Почему? Мне кажется, это вы рассказывали историю, когда вы ехали какую-то долгую-долгую поездку, и у вас в машине была одна единственная кассета группы «Сливки», и вы ее заслушали. Поэтому, я думаю, ваше мнение было именно самое интуитивное. Оно же возникло не сразу, нет, честно говоря. Неважно, но вас я опасалась больше всего, и вы меня разгадали. В итоге так и случилось. Но
срочно в гастрольный тур, чтобы страна увидела и услышала это вживую. Или в образе Волка, или в образе Карины Кокс. Я не знаю, это уже не мои креативные решения здесь должны помочь. Но одно я знаю точно. Это очень круто. Прекрасная форма. Супер голос. Браво. Но я сегодня вспомнил подсказку про песни Пугачевой и про «Куда уходит детство». Потому что многие из присутствующих здесь в конкурсе прикасались к творчеству великой певицы. Я, честно говоря, этой подсказки я упустил. Но самая яркая, так скажем, ремейк в начале в нулевых был именно группой «Сливки» в исполнении Карины. Да, за это я очень благодарна Алле Борисовне. И я помню, когда мы получили от нее разрешение, она сказала: «Сливки, ну хорошо, пойте эту песню, но не забывайте, что я главная пенка». Я хочу сказать, для меня явились открытием проекта этого. Желаю вам, чтобы вы в своем каком-то новом репертуаре использовали все возможности свои вокальные, артистические. Благодарю вас, конечно, я использую. Теперь уже точно. Поздравления с таким грандиозным успехом, правда. Благодарю вас всех. Слушай, ну даже я, понимаешь, человек, влюбленный в твой голос, я тебя вообще не узнал. Насколько это было действительно круто, и насколько несколько песен из этого проекта просто фантастически круто прозвучали. Вот именно ту песню, на которую ты упал лбом на стол, да, я и хочу спеть сейчас. О, боже. Волк, Карина Кокс. Браво, Карина, браво. Она поет реально на высочайшем уровне. Это волшебно. Благодарю вас. Благодарю. Вы подарили так много эмоций, такой большой спектр. Я все время под маской сдерживала смех. Правда, ваши комментарии, ваши шутки. Я наконец-то вас вижу не через маску, не просто отблеск, а ваш блеск. Спасибо большое, ребят. Вы просто молодцы.
Спасибо всем, кто сделал это шоу. И тебе тоже. Спасибо. А за бачок вот это вот было смешно. Ну, это я Гарика укушу, может быть, приступ. А дети мои, действительно, вы, Карина, любимый их персонаж. С вашими детьми я отдельно поговорю. Карина, мы тебе желаем полных залов и потрясающих песен, чтобы они звучали из каждого утюга. Спасибо, это прекрасно. Спасибо большое. Ты крутейшая, Карина Кокс. Спасибо. Спасибо. Браво. Браво, Карина. Ну, а сейчас наступил тот момент, когда я могу с уверенностью сказать: встречайте на сцене победитель шоу «Маска Лев»! Перед тем, как Лев откроет свое истинное лицо, что бы вы хотели сказать нашему победителю? Срочно в сольное творчество, срочно концерты, клипы, выступления. Прямо этим летом Лев во всех городах и весях нашей страны. Мы просто хотим тебе пожелать, чтобы ты не просто не растерял ничего, а накопил так много, чтобы, вспомнив этот проект через много лет, ты гордился тем, что твоя удивительная судьба как сольного исполнителя, как настоящей звезды этой страны, началась именно здесь. Дай Бог тебе счастья и здоровья в творческом пути. Валерия. Мне очень хочется, чтобы ваш багаж пополнился творческим репертуаром, который подходил бы вам, вашему нутру, вашему внутреннему состоянию и вашим возможностям вокальным, чтобы вы раскрылись в нем целиком и полностью. Я этого желаю от всей души. А сейчас мы узнаем, кто этот исключительный, талантливый артист, который уже весь сезон удивлял нас и радовал своими выступлениями. Все вместе! Маску! Маску! Лев, снимай маску! 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 Итак, победителем шоу «Маска» на НТВ становится Лев! А точнее... Парень, гениальный. Браво. Ну, просто нет. Спасибо. Ну, а теперь полноценный. Добрый вечер, уважаемые члены жюри. Наконец-то я разговариваю своим голосом, потому что мне очень было непривычно слышать такой львиный рык. Так много хочется сказать, и я до сих пор не верю, потому что, если честно, вот финалисты, каждый из них достоин был победы, и я был уверен почему-то, что я не выиграю. Но вот так сложилось, и огромное вам спасибо. Вы прекрасные люди, не только артисты с огромной большой буквы. Вы прекрасные люди, перед которыми безумное удовольствие выступать. Спасибо вам большое, низкий поклон. Не могу не отметить телеканал НТВ Тимура Ванштейна, который вместе с Юлечкой поверили в меня, предложили поучаствовать в шоу, и я с огромным удовольствием. Спасибо большое постановщикам. Таких номеров в моей жизни еще не было никогда. Прекрасные номера, это просто реально фантастика. Это просто бомба. Ну и, конечно же, хочется сказать огромное спасибо всем и каждому, кто хоть как-то причастен к этому шоу. Шоу получилось великолепным. НТВ — это просто, не знаю, мой счастливый канал. Когда-то я уже выигрывал проект «Хочу к Меладзе». Спасибо большое Славе, Слава. Ты очень крутой ведущий. Спасибо большое. Вам вот просто хочу расцеловать вас всех. Простите, что я вас обманывал и говорил неправду, постоянно отвечал, увиливал на все ваши вопросы. Но таково шоу.
Спасибо еще раз. Я безумно счастлив. Для меня это огромнейшая возможность. Только начало моего сольного творчества под названием «Цой». Я надеюсь, что благодаря этому шоу оно просто взлетит. Полный вперед! Очень круто! Спасибо. Толь, у вас такой потенциал огромный. Я надеюсь, что вы будете популярны не только в России, Казахстане. Пускай ваша популярность разойдется по всему миру. Не расстраивайте Спасибо. Это. Найдите свою музыку, и пускай она станет вечной. Спасибо большое. Спасибо, Регина. А сейчас, ну, а сейчас песня на бис. Нет. А сейчас тот кубок, который все выпуски находился рядом с жюри, наконец-таки обретет своего обладателя. И я прошу председателя жюри и всех вас, уважаемые судьи, спуститься на сцену и вручить его победителю. Шоу «Маска» Анатолий Цой!